Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приехала в музей. Да, вот так красиво вообще. Вот так, вот так, вот так. Выставлены. И советского периода, то есть, начиная с 20-х годов, очень сложно. Необычная структура есть, и так называемые сняты с центральных площадей, типа там Дзержинского, головы Ленина, но они там дальше тоже. Вот, и сейчас здесь тоже оборудовали такие дорожки деревянные, лавочки. Когда хорошая погода, здесь, конечно, построили. Но это был как дом художников вообще. Теперь дома художников там лежит только левая часть, а правая полностью отдана Третьяковской галерее для изучения коллекции. Здесь находятся картины с суммарной стоимостью примерно 35 миллиардов долларов. Это много денег. Да. Самые основные шедевры во всей области времени. Но, кстати, это... We'll be right back.
Well, what is your what is your 21st century museum? Если вы новый, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал и лайкнуть, поставить мне коммент и все.